Это шарик Рубика. Полная противоположность кубику Рубика, потому что абсолютно в головоломке нет углов, и она круглая. Здесь 6 шариков внутри и 3 прозрачных сферы. Все это крутится наподобие какой-то упрощенной солнечной системы. Вот, задача собрать цветные шарики по цветным ячеечкам. Здесь впервые используется сила гравитации. То есть вот эти сферы, которые находятся внутри основной, самой большой, большого шара, каждая из них имеет вес. Это утяжелитель, металлический шарик. Пытаемся груз, закрепленный на средней сфере, наверх загнать. И таким образом у нас сферы могут зафиксироваться, заблокироваться. И можно будет один из шариков выкатить через квадратное круглое отверстие и дальше уже пытаться положить его в одну из ячеек. Вот у нас зеленый шарик попал в дырочку уже средней сферы. Теперь задача подвести его к зеленой ячейке, которая у нас с другой стороны расположена, таким образом, чтобы он не потерялся по дороге. Собственно, людям, которые умеют собирать кубик Рубика, наверное, их навык в случае с этой головоломкой, в общем, не пригодится. Вот, потому что здесь требуются абсолютно другие навыки, и другая логика совершенно. Вот, то есть эта головоломка другого уровня, что называется.